не за что. 4500 есть 5. Ага. И смотря чья. Я понял. Шакита, Парилева, Чавыча. Их много? За палочку, правильно? Цен. Угу. Смотрите, какая красотища. А это для блога. Видео, потом увидите себя. В Ютубе. Иконста Ютуб. Блогер донецкий. Покажите, что у нас очень хорошо. Я ж показываю красоты, какие продаете вы. Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Как видите, у нас на канале зимний выпуск. Просили почаще снимай нам Донецк и зиму. Нахожусь сейчас на центральной улице города. Смотрите, какая красота за окном. Здесь у нас, как всегда, коммунальщикам лайки ставим. Хочу немножко прогуляться возле крытого рынка, показать вам зимнюю набережную в городе Донецке. Немножко поговорить, пообщаться, поотвечать на некоторые ваши вопросы. Их бывает очень много, поэтому, может быть, что-то не успеваю просматривать, но вы пишите, может быть, получится у меня ответить. За окном у нас где-то минус 8 сейчас днем, и дорога у нас мокрая, не знаю, чем посыпает. А, вот, кстати, этот КамАЗ, снег вывозят куда-то. Дорога у нас мокрая. Сейчас, конечно, химия какая-то, на машине белая наледь остается, но дорога вот при таком морозе у нас мокрая. В принципе, тротуары почищены. Конечно, очень много сделала беды эта погода, так как у нас был дождь, потом был дождь со снегом, а потом это все дело замерзло и пошел снег. Больше полтора суток, наверное, шел он. Нападало, я не знаю, может, сантиметров 35, может быть и больше, ну так, навскидку. Ну, деревья, конечно, падали на машины, да и проблемы со светом были. Я вам ни разу не показывал крытый рынок, поэтому сегодня мы попадем туда, посмотрим. Но опять же, сейчас уже обед у нас, поэтому людей не сильно много будет. И будьте внимательны и аккуратны, так как на голову может что-то падать. Это у нас Юзовская пивоварня. Тут у нас детская площадка. Не-не-не, Сём, мы, наверное, уходим. Уходи. Уходи, глянь, пока я вверху вешаюсь. Хочет поиграться, но, ребята, опасно здесь, так как ветки прям именно наклоняются. Смотрите, сколько он попадало. Тут вроде бы где дорожка протоптана, таких я больших веток не вижу. Ну, все же лучше не рисковать. Это один я по такому морозу на улице гуляю, ролики вам снимаю, а нормальные люди дома сидят. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. По районам я видел, что большинство пишет за Калининский район. Ну, если так и будет продолжаться, мы, наверное, туда и пойдем. А так, пишите свой район в комментариях. Если он наберет большое количество лайков, то мы отправимся туда. Зимнего Донецка я вам практически не показывал, поэтому будет у нас вот такой выпуск. Да, красотища. Донецк не узнать. Реально. Классно. Я не знаю, там сейчас овощи, фрукты продают. Просто интересно. Сейчас мороз. Ну, давайте прогуляемся, нам-то ничего не стоит пройтись. Так, ну вот вам и крытый рынок. Колхозный его еще называют. Здесь есть все. По правую сторону там столовка у нас. Вот там. И там еще есть купол, и туда можно тоже будет пойти. А так у нас, в принципе, все здесь есть. Я не знаю, стоит ли вам показывать цены. Цены каждый раз показываю. В принципе, ничего не меняется. Носки
штаны. Ух ты, какой маленький. Ездит, тут снег убирает. Так. Здесь? Не, ребята, все закрыто. Давайте вовнутрь зайдем. Что там? Ага, здесь у нас тоже все открыто, закрыто. Можно будет ходить прогуляться там еще на второй этаж. Тут в основном крупное все. Огурцы, помидоры, яблоки. Смотрите, все есть. Так, давайте еще здесь прогуляемся. Яйца домашние, мед, домашние закрывачки. Все здесь есть. И сыры какие вкусные, дорогие. Да я так интересуюсь, смотрю, что тут продается, а то на улице никого нет. Да, многовато. Опять же, не знаю. Это считается, наверное, самый дорогой рынок по городу. Здесь у нас и рыбка есть красная, и копченая, и балычок, и тунец 2200. Отличные. Смотрите, какая красота. Масляная. Таранка по 600, икра красная. А почем баночка икры красной? 500 рублей 100 грамм. Ага, спасибо. Это настоящая, да? Конечно. Спасибо. Так, тут у нас рыбка еще есть, карпики. Большие, маленькие. Красная рыбка. Креветки, мидии. Большая. Тут все у нас есть такое вкусное, все пахнет. А черная икра это у вас? Нет, это щучья черная. Щучья? И в какую цену баночка или 100 грамм? 100 грамм, 500 рублей. 500 рублей, ага, везде 500. И красная тоже по 500, да? Есть 4 500, есть 5. Смотря чья. Кита, форелевая, чавучья, их много. Цены разные. Да. Спасибо. Это баранина, да, у вас? Баранина. А в какую цену? Рыба 300, там 400. Понял. По 300, по 400 рублей. Махан, курхан. Макеевский, кстати, местные производители. Это за палочку, правильно? Цен. Угу. Смотрите, какая красотища. Здесь у нас сало. С прослойкой мяса. Бастурма говяжья армянская, 1500 рублей килограмм. Здесь у нас тоже сало, маханчик. Хотите что-нибудь? Да не, так смотрю. А в какую цену такое сальцо? Такое 400. По 400. Угу. Красивое, вкусное, пахнет. Что это вы? А это для блога. Что вы снимаете? Видео, потом увидите себя. Где вы будете показывать? В Ютубе. Я Виконста. Виконста. Такого, да? Я по всем рынкам езжу, показываю. Ну, влоги, обзоры, путешествия, там, отдых в Седово. Там, Донецк зимний снимаю. Да, вот тоже хожу и снимаю. Все, спасибо, удачи вам. Так, ну что, ребята, немножко... Ну да. Очередь? Ага. Нашу вы снимаете, нашу. Я на камеру снимаю. Виконста, Ютуб. Блогер донецкий. Скажите, что у нас очень хорошо. Я ж показываю красоты, какие продаете вы. Выходим мы с скрытого рынка. Немножко показал я вам цены. Сейчас будем, наверное, выдвигаться в сторону набережной. Да, кстати, там по левую сторону у нас скрытый рынок. Здесь, когда потеплее, привозят огромное количество овощей, фруктов. И можно здесь по дешевке все покупать. Ну, как бы это
рассказываю реальности жизни, где что покупается. Ну, здесь цены как бы демократические. Да, Донецк не узнать. Смотрите, какая красотища. Да, ребята, почаще пишите мне комментарии, почаще. Ну и поставьте лайки, если вам не тяжело. Я думаю, вы знаете, что делать. Чем больше лайков, тем быстрее выпускаю видеоролики я. Ну, вы уже в курсе. На правую сторону там можно выйти на площадь Ленина. Ну, а на левую там у нас Донбасс-арена. А мы будем спускаться вниз. На набережную. Покажу вам зимнюю набережную. Тут по правую сторону у нас дом. Ремонтируют. Обивку, видите, меняют. Кстати, утепляют снаружи. Не знаю, есть ли в этом толк. Многие пишут, что лучше утеплять снаружи, чем внутри. Так как точка промерзания смещается ближе к улице. А когда вы утепляете дом внутри, то у вас может образовываться плесень. Я не знаю, правда это или нет, но как бы то вы снаружи утеплили, у вас немножко сместилась точка ближе к улице. А если вы внутри, то, соответственно, она у вас смещается ближе к квартире. Он здесь застрял, парень. Давайте сейчас поможем ему. Колеса ровно поставьте. Давайте еще раз. Да не за что. Вот такая вот, ребята. Вроде бы снега нет, но пришлось потолкать. Что касается зимней рыбалки, мороз то ночью до минус 15 у нас, но сверху шапка снега, и скорее всего, что лед у нас не промерз. Но мы сейчас на Кальмиус дойдем, я вам покажу, что там у нас происходит. По всему городу у нас стараются побольше ставить урн, так как чем больше урн, тем меньше вероятность, что человек будет выкидывать мусор на улице. Ну и прежде всего от человека это зависит. Тут, кстати, у нас очень опасный, я не знаю, пятачок, перекресток, кольцо. Постоянно здесь очень много аварий, так как все с той стороны набирают большую скорость, а с правой тут у нас второстепенная. И выезжают на главную, и бывает такое, что не успевают проскочить. Видите, сразу же стараются ехать. И там не успевают останавливаться. Здесь у нас происходит ДТП, и плюс еще сейчас погода нелетная. На самом деле, вы сейчас сидите дома, а я на улице смотрю на этот прекрасный пейзаж. Донбасс, как есть. Смотрите, снежок. Красотища. Здесь у нас трактор проехался. Опять же, людей нет. Скажите, где люди, ребята? Люди дома сидят, выходной день. Это только мне делать нечего для вас. Ходить видеоролики снимать. Но если вам это нравится, так поддерживайте же меня. А то, как всегда, никто ничего не пишет. Молча зашли, даже лайки не ставить. Только дизлайки. Видите, а под мостом там не замерзло. Сейчас вечерком. Здесь, мне кажется, народу будет хватать. Тут кормушка у нас. Насыпают здесь. Видите, сколько зверьков бегает. С собачками гуляют. Солнышко вышло. Вообще песня. Песня, а не погода. Вот вам и зимний Донецк. Чайки где-то квакают, крякают. А сейчас мы ближе туда, к пляжу подойдем, спустимся. Посмотрим, что у нас там. Там голубей кормят, смотрю.
Ух ты, и утки ходят и проваливаются. Вообще не боятся. Красотища. Видите, там вода еще бурлит. Ну чё, бедняга, замерз? Да? Нету семок. Если бы снега не было, а то сверху шапкой припорошило водоем, а на самом деле там можно и провалиться. Смотрите, небо голубое-голубое. Ну как вам выпуск, а? Я думаю, вы знаете, что делать. Так, ну здесь возле берега на лед можно встать, я думаю. Тут не глубоко. Ага, трещит. Так тут мелко. Видите, никого нет. И, кстати, возле камышей очень плохо замерзает, поэтому желательно там вообще не ходить. Немножко погуляли вместе со мной на свежем воздухе. Я думаю, вы атмосферу чувствуете. Я вам ее передаю, как могу. Да, все вы чувствуете и знаете. А, воздух, знаете, вроде бы все говорят, что на Донбассе плохой воздух. Но, ребята, этот воздух вы будете помнить всегда, вне зависимости, в каком городе или стране вы сейчас находитесь. Воздух здесь особенный. Свой, родной. Ну что, друзья, вот мы и погуляли. Сегодня показал я вам Донецк с неузнаваемой красотой. Ну, если вам понравился этот видеоролик, комментируйте. Быть может, ваш комментарий будет залогом для следующего видеоролика. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.